Во-вторых, ребята могут с легкостью одолеть обоих противников. Такая вот шикарная серия получилась. Ребята пожимают руки болельщикам. Ну и сейчас будет, скорее всего... Давай, Богдан. Богдан. Молодцы. Молодцы. Да, ну, как эту команду можно не полюбить? Они подошли, они поприветствовали болельщиков, которых здесь очень мало. Но... Да, эта пара выходит, получается... На OG. И там кто-то еще. И, то есть, и там, на самом деле, противник довольно-таки удобный для одних и для вторых. Ребята могут с легкостью одолеть обоих противников. Такая вот шикарная серия получилась. Ребята пожимают руки болельщикам. Ну, и сейчас будет, скорее всего... Давай, Богдан. Богдан. Молодцы. 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 Да, ну, как эту команду можно не полюбить? Они подошли, они поприветствовали болельщиков, которых здесь очень мало. Но... По-моему, Ян прыгает. Неплохо, но тут же глобал и опять не может никого отвести. Шикарный врыв от Шейкера. Пытается не дать отступить Магнусу. Магнус погибает. Террор Блейд нажимает БКБ. Ори также нажимает БКБ. Все отступают, все кайтят ТБ. И Шейкер все еще с Экослэмом. Террор Блейда поднимают в Йоул. Террор Блейд, стан, коса. Шейкер! Вот это врыв! Ладно, это эхо. Кто-то закричали в конце интервью. Флай говорит, нет, не особо мне хочется это делать. Like no. И танцевать отказывается Флай. No. No. Не при каких условиях. Пожалуйста, остановись, Кейси. Только просто остановись. Спасибо. Stop. Остановись. I mean it. Я серьезно. Just calm down. Просто успокойся. Успокойся. If you win the next one, will you do it? Если выиграете следующую игру, что будет? Что сделаешь? Сможешь ты закричать, танцевать что-нибудь? Я не знаю, посмотрим. Договорились. Yeah. Договорились. Еще раз поздравления команде Винстрайк. Хорошо, спасибо большое, Кейси, и слово в студии аналитики. Все-таки Always on the Fly немножко обманули. Развела. Я думаю, они догадываются. Да, да, пошла стрела. Стрела залетает в иллюзию. Рошан будет умирать слишком долго. И всегда есть возможность кинуть террорайз, кинуть колдаун. Нужно быть максимально аккуратными. Ставится тамба до конца. Хотят забирать Рошана. Пошел Брамбл Мейз. Два героя застревают. Кюрсет Краун, дно эфира. Дает стан. Еще слишком много хп у Рошана. Муги, Мьёльнир вешает на себя. Мьюги начинает раздавать урон. Always on the Fly попадает под стан. Террорайз только по двум суппортам. Ставятся неплохие коги. Ну что, Рошан? Нет, Рошан все еще жив. Нонграта стоит в когах. Сайлент пытается бить. Понимает, что нужно отступать. Уходит отсюда. Айсберг. Можно отступить. Можно отступить. Отдать Рошану. Клэп от Рошана. Муги очень сильно проседает. Рошан забирает Муги. Врывается. Кто забирает Аегис? Это Сайлент. Рошана также забирает Винстрайк. Эстриблти в таверне. Это минус 4. Фейта отпускают. Вот это игра! Вау! Я думал, это последняя штука. Вроде ни у одного из них нет траволов. Ну, по-моему, Ньюби стоит приготовиться к тому, как они будут отбиваться против двух сыров, Аегиса и Шарда. Я не совсем понимаю, как они будут драться на Рошане, но они в Moonlight Shadow попытаются зайти. Со спины заходит Герокоптер. Очень больно Рошану. Заходит Тини. Смотрим. Рошан погибает. Пошла ульта от Герокоптера. Видит тамбу. Начинает бить тамбу. Получает хукшот Клокверка. Успевает нажать БКБ. Свап от Винги. Не очень хороший террорайз. Always on the Fly погибает. S3C залетает в рушпит. Забрали зомби. Забирают Вингу. Винга погибает. Муги в таверне. У Муги есть байбек. Он выкупается. S3C один против двух героев соперника. S3C погибает. У него нету байбека. Ну что, это конечное. Да, блестящая позиционочка от Винстрайк. Отличнейшая игра. Тать, но Флай подставляется. Сайлент находится очень близко. Флая, скорее всего, заберут до постановки тамбы. Да, так и есть. Потягивается Айсберг. Рассказ по двум героям. Очень неплохо. Нужно забирать как минимум Бэйна. Бэйна забрали. Остался S3C. Его нельзя отпускать. Пошла стрела. Батарейка. S3C остается без маны. S3C погибает. Отличная игра от Винстрайк. Вовремя переделались ребята наверх. Отлично забайтил Андрюша, выигравший очень много времени для Фантом Лансера и Тини. Винстрайк сразу же перетянулись налево, поскольку справа уже делать было нечего. Сложнее. Light Shadow. Сентри нету. Находит Нонграту. Нонграта. Прыгают на Нонграту. Успел включить Бладмейл. Это очень хорошо. Ставится тамба. Кюрсет Краун. Подходит Айсберг. Нужно давать рассказ. Террорайз. Винго неплохо прожимает. Свисплогерокоптер.
Да, Герокоптер должен раздавать здесь тонну урона под блокинг-баром. Уже погиб Клокверк, остается Ноуфир. Ноуфира также должны забирать. Сайленд подключается к драке, но, возможно, слишком поздно. Отличный Найтмар в исполнении Бэйна. КП выигрывает максимум времени. Кьюрсет Краун на иллюзии удается забрать Мирану. Флай еле живой отступает отсюда. Сайленду тоже нужно бежать. Айсберг уже погиб. Ну и это минусовый размен. Как-то все очень плохо получилось для Винстрайк. Делает телепорт. Отличный телепорт от Сайлента. Смог спрятаться в елках и хотя бы он... с легкостью. Ну что ж, вот такая вот шикарная серия получилась. Ребят пожимают руки болельщикам. Ну и сейчас будет, скорее всего... Давай, Богдан. Богдан. Молодцы. 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 Да, ну, как эту команду можно не полюбить? Они подошли, они поприветствовали болельщиков. Холоднокровно уходят в лейт, делая редкие выходы, находят Нонграту. На этот раз он не успевает подключить Бладмейл, но Ноуфир, отличная игра, подставляется. Будет ли какой-то размен? Кьюрсет Краун. Вообще нужно убегать. Забирают Вингу. Нет, они врываются. Сайлент уже ворвался. Также ворвался. Тини нажимает. Блэкинг Бар, Драгон Найт, Террорайз отлично заходит по айсбергу. Он пытается спастись. Ну как же много дэмэджа входит от Герокоптера. Это минус 3, это минус 4. Байбек от Клокверка. Байбек от Бэйна. Остается один только Сайлент против Дарквиллу. Но он ничего не может сделать. Пытается изобразить иллюзию. Изображает неплохо. Кака. Кака погибает. Остается Сайлент. Но его ловят Финсгрипп. Это ультракилл для Муги. Ну, в общем, как я и говорил, нужно было просто уходить, поскольку ньюби находились на хайграунде, ньюби находились... Нужно быть максимально аккуратными, ставится тамба до конца, хотят забирать Рошана, пошел Брамбл Мейз, два героя застревают, Кьюрсет Краун, Ноуфира дает стан. Еще слишком много хп у Рошана, Муги, Мьёльнир вешает на себя, Мьюги начинает раздавать урон. Олвис Ван Флайн попадает под стан, Террорайз только по двум суппортам, ставятся неплохие коги. Ну что, Рошан, нет, Рошан все еще жив, Нонграта стоит в когах, Сайлент пытается бить, понимает, что нужно отступать, уходит отсюда, Айсберг. Можно отступить, отдать Рошану, клэп от Рошана, Муги очень сильно проседает, Рошан забирает Муги, врывается, кто забирает Аегис, это Сайлент, Рошан также забирает Винстрайк. Эстри Волти в таверне, это минус 4, Фейта отпускают. Вот это игра! Вау! Я думал, это последнее, что может произойти. Ньюби во время замеса, вместо того, чтобы отбежать вправо или в любую другую сторону, где нет... Это очень похоже на первую смерть Сайленда. Да, первая смерть есть. В этот момент погибает Дарквиллу. Вдвоем против четверых остаются Ньюби, Лансер. Лансер вгрызается в Герокоптер и очень быстро Муги погибает! Это good game! Винстрайк выходит в следующий раунд. Да, это было нечто. С таким трудом они вышли в нижнюю сетку. Не самая простая игра, но вот коптер. Очень больно Рошану. Заходит Тини. Смотрим. Рошан погибает. Пошла ульта от Герокоптера. Видит тамбу. Начинает бить тамбу. Получает хукшот Клокверка. Успевает нажать БКБ. Свап от Винги. Не очень хороший. Террорайз. Олвис Ван Флай погибает. Эстрибл Си залетает в рушпит. Забрали зомби. Забирают Вингу. Винга погибает. Муги в таверне. У Муги есть байбек. Он выкупается. Эстрибл Си один против двух героев соперника. Эстрибл Си погибает. У него нету байбека. Ну что, это конечное. Да, блестящая позиционочка от Винстрайк. Отличнейшая игра от Неонграта. Очень классно продолжил Фир замес свапом, который сбил Бэйн Ультимейт. И очень хорошо себя спозиционировал Фантом Мастер, который просто был там, где нет Герокоптера. И так аккуратно.